Спасибо вам большое. По милости гуру Гауранги, запорожская ятра собрала на 3 кирпича для алтарей храма ведического планетария. Это произошло настолько быстро, что без вмешательства Кришны и Радхарани тут явно не обошлось. По вашему благословению, дорогой Шрила Гурудев, половина суммы на кирпич Панчататвы собралась за один день, за последний день Картики. И такие же мистические события происходили со сбором других пожертвований. И даже мы заметили, что как только на Украине ухудшалась экономическая ситуация, в это время все преданные начинали очень интенсивно жертвовать на ведический планетарий. И именно в тот момент, когда в Украине были просто пустые полки в магазинах, в Майпур уходили Лакшми на храм ведического планетария. Хари Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, все ученики передают вам свои поклоны и ждут вас в Украине. А также хотят вам все передать, что вы находитесь у нас в сердце, и вы всегда с нами, в наших сердцах. Хари Кришна. Ну что ж, давайте благословим Запорожскую ятру и самых таких чудесных преданных. Хари Кришна, дорогие преданные, желаю вам духовного развития, достичь высшей цели бхакти. Хари Кришна. Хорошее пожелание. Слушайте, у них там так красиво, вот скажите, поднимите руку, кто захотел туда съездить вот после этого видео. Вот, так что, друзья, я думаю, они будут очень рады вам. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и у нас теперь уже соло будет, вокальное. Ну, и как вы думаете, откуда? Из Перми, да! Итак, друзья мои, встречайте, у нас ария Радхарани будет прямо сейчас перед вами. И Матаджи Вималачандрика. Чандрика.